Буэнос диэс, братва. Ядерный рассвет заряд выше экрана, это значит, что мы идем к карьеру. Это контрол. Садитесь поудобнее, берите ништячки и погнали. I am in an infinite building leading to different dimensions, and I never want to leave. Even with all the horror, I'm insane. Так. Небольшой скоротечный бой. Так, с приходу по приколу. Так, блядь. Готов. Так хочешь сказать, ты чё, падла, с луны и свалился? Так, Black Rock Quarry. Так. You think I am in the wrong neighborhood? Почему-то вспомнился, так скажем, монолог про русский акцент. Какого-то американского стендапера. Когда он просто заходит в неблагополучный район вечером. Он просто переходит на русский акцент, сука. И вместо того, чтобы орать там... Блядь, похелп ми! И вызывать ментов, он такой... Вернее, как? Блядь, сейчас помню, как было. И мы такие... Come on, run neighborhood, man! И он такой... You think I've gone in the wrong neighborhood? Не знаю почему, но в Штатах мы, так скажем, считаемся самыми опасными людьми, нахуй. Elevator's broken. Блять. Gotta get down the old-fashioned way. Не, можно, конечно, приколоться. И сделать вот так. Сам понимаешь, кружным путем оно вернее, правильно? Бля, генератором кому-нибудь залепить можно. Да ну нахер! Вы там что, совсем оборзели? Так, только не говоришь, что опять ты летуч мышины. Так, перестройка. You think I am in the wrong neighborhood? Так, курьер. Как в том анекдоте. Ну и что ты вчера пил? Двух животных. Каких? Конь и як. Ну и сколько ж ты выпил?
Опять те же два животных. Только в другом порядке. Як, конь. Так, нормас. Идем дальше. Как говорится, не тормозим, господа. Так, не идем мы сюда. А вот сюда, возможно. Ёбаные катакомбы, блядь. У меня такая же херня была примерно, когда я первый раз в Старицу в карстовую пещеру поехал. Ой, блядь. Тоже было весьма и весьма весело. Ой-ой-ой-ой-ой. Суко! Сущность в виде гномика, блядь. Какие-то мумии, сука. Чё, какое-то секретное место случайно нашел? Поле нейтронная бомба лежала. Девочка тихо на кнопку нажала. Некому выпиздить девочку эту. Спит вечным сном голубая планета. Красотища, ёпта мать. Ёб твою мать, красотища какая. Так, а дальше ты мне куда? Ну пришел я в карьер. Угу. Эхо адское. Так, задействовать взрывчатку. Так, раз задействовать взрывчатку, значит нужно что-то наподобие детонатора. И совершенно точно будут кубы. Ебались мыши метиловой группой. Thank you.
сука, батарейки сели. А еще мне сейчас будет ну очень весело. Именно из-за этой хуйни. Ебались мы шуманевровым паровозом. Да как так-то? Что-то у меня игра начала иметь немножко. Ага. Три куба сюда надо. Рисковое, конечно, мероприятие, но куда деваться? У-ху! Я почти фуловый. Идите сюда, сучки. Так, надо где-то добыть третий кубик. Тихо, не викрали коня. Шо це за хоня? Вчера бил він тут, а сьогодні його нема. Сейчас будет из разряда въебет так въебет. Нормально херануло. And there it is. Right where you led me. The HRAs, the prisms, they mean something to you. I need to get this prism to Marshall before it's too late. HRAs? Then done. Ах ты ж, бля. Опять эта сущность в виде гномика. Сука, сетка. Сука. Ну хоть залез, блядь, повыше. Не очень мне, конечно, хотелось этих сущностей в виде гномика уябывать, но, видимо... Вариантов у меня не особо много.
Твою-то мать, вот это было веселье. А лифт, кстати, рабочий оказался. Только я немножко сглупил. Дурак я, блин, ходить. Тык-т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 ык. Hi, Jesse. I keep finding traces of Darling, but still can't find him. Where could he be? He's usually in his office in research, or one of his labs. Dr. Darling has quite a few, all around the Bureau. Could be hiding in any one of them. I check myself, but I don't have access to most of them. Sounds like I touched a nerve. He didn't let you into his labs? Not all of them, no. Some had volatile material. Ridiculous. I mean, this whole place is volatile material. Could have at least thought up a more convincing lie. I mean, how can I work without access to all the data possible? See you soon. Be careful out there. Так. А где Маршал-то, блядь, а? Где эта старая? Ну, вы поняли, короче. Ёпте, все в стикерах. Да ладно, блядь, портреты сменились везде. Надо посмотреть. Жалобы на стикеры. В случае, если вам неизвестно, нечто привело к дублированию записок стикеров, теперь он не пригоден к использованию. Стикеры раздвоились. Ну, блять, повезло чуваку, а. Уже везде портреты Фейден висят. Опачки.
А, это, видимо, переход в зал телефоном прямой связи. Он открылся. Какие документы на столе? Ага, так. Понятно, что ровным счетом нихуя еще непонятно. Как говорится, я обратил внимание, что окон здесь не водится. Так, сейчас, наверное, почешем с Маршалл и нафиг. Collins, any word on survivors? Had to take a detour into the quarry, but I found plenty. Here. We will start HRA production immediately. I promised I'd tell you about Dylan once you helped us. This is it. She knows. 17 years I've waited. Your brother is here. He was once known as Prime Candidate 6, codename P6. We brought him here after the ordinary event. He was groomed to be the future director. He had talents far beyond any other candidate in the program. Of course he did. We found you together. We share a bond. Are you with him now? So you kidnapped him. We took him in. Your parents vanished along with every other adult in Ordinary. Eventually, his power changed him. There were casualties. He wasn't fit to be the director. Did you know about this? Is this why you didn't bring me here sooner? Were you keeping me away? Where is Dylan? He's kept in the containment sector, in the Panopticon. My brother. I thought we were the same. What if we are? I'm going. Now. I expected as much. I need to go check on something. Something I cannot let the Hiss find. It shouldn't take long, but you must watch the Bureau while I'm gone. And remember, Dylan is dangerous. Do not let him out, Director Faden. How do I make her stop calling me that? I'm not here for them. Nothing.
something simple here. These people took my brother, but they've accepted me without question. Are they my enemies or my friends? I need to see Dylan. I need to know. I wish you could tell me what you know, explain things. Just stay with me, okay? I could use a friend right now. Да. А пацанчик-то реально кого-то кончил. Так, 3 очка. Так, здесь почистил, ну и все, собственно. Поиски, братцы, мы продолжим в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Лайк, пиписька. И до скорого. Увидимся на следующем... Чуть не сказал, на следующем стриме. Было время. Пожалуй, позволю себе пару минут. Так скажем, вашего времени отнять. И... устроить себе сцену после титров. Ну, блин, было время, когда даже и стримил. Записи стримов сохранились даже на Ютубе. Пробовал разное, пробовал всякое, но, сказать по правде, не залетал ровным счетом ни хера. Поэтому я временно, можно сказать, пока, так скажем, постоянно какая-то аудитория не наберется, принял решение забить на это дело хер. И работает в записи. Как-то так. Теперь уже точно. До скорого, братва.